После 30 лет борьбы с машинами, человечество едва избежало вымирания. Каждый год Скайнет выпускает против нас новые военные машины. Каждая из них создана с одной целью – уничтожить нас. Каждый год мы продолжаем бросать ему вызов, сражаясь и стремясь прожить еще один день. Некоторые считают меня мессией, Джоном Коннором, воинственным пророком, пришедшим возглавить человечество к победе. Если бы они только знали, что я собирался. Менее чем через неделю Скайнет активирует свое последнее изобретение – машину времени. Он отправит инфильтратора назад в 1984 год, чтобы убить мою мать. Скайнет надеется, что смерть Сары Коннор предотвратит мое рождение и перепишет историю, так что я никогда не возглавлю человеческое сопротивление против правления машин. То, что Скайнет не знает, так это то, что я готов противостоять его плану. Мои силы Техкома собираются для атаки на его базу в Норад, спрятанную глубоко в горах Шайен, штат Колорадо. Если мы ударим быстро и мощно, мы уничтожим объект до того, как враг сможет напасть на наше прошлое, чтобы атаковать наше будущее. Если мы опоздаем остановить Скайнет, у меня есть запасной план. Мужчина по имени Кайл Риз. Мы вернем вас в строй, капитан Барри, но сначала вы должны увидеть, что прислал нам Хейвен. Самая новая модель инфильтрации Скайнет точно копирует внешность человека. Эти изображения были восстановлены из системы безопасности на базе в Орегоне. Вы можете видеть, что передовые охранники не знают, что проникновенец уже проскользнул мимо них и занял позиции глубоко внутри их объекта. На том этапе оно начинает систематически уничтожать всех на своем пути. Двойная охрана. Нам не по карману крупное нарушение перед нашим наступлением в Колорадо. Да. Это поможет. Греция. В чем дело с поведением Стоуна? Ты так и не смог пережить потерю его старшего брата Габриэля, как и все мы. Оставлять раненых солдат позади – это против нашей природы. Но мы видели, что Скайнет готовил засаду для наших групп эвакуации. Все понимают, что нужды живых важнее, чем нужды умирающих. Все, кроме Стоуна. Он ослеплен горем, горе – дурная игра. Лучше не дать эмоциям поставить под угрозу эту миссию.